В Самаре уже в ближайшие дни установится по-весеннему теплая погода, но рассчитывать, что снег растает сам собой, не стоит. А следить за порядком во дворе управляющие компании обязаны вне зависимости от погоды. Возле этого дома на улице Аксакова всегда порядок, рассказывают жители. Всегда все чисто, всегда все своевременно. Маленькие эти вот тракторишки проезжают 2 часа ночи, в 6 утра и еще днем. И не вот себе как-то кучи такие, что невозможно, а все так складировано, снег подготовлен к вывозу. Задача в том, чтобы в каждом самарском дворе было так же. Усилить работу по расчистке дворов – такое поручение дал губернатор на оперативном совещании в региональном правительстве. Мобилизованы все муниципальные предприятия и управляющие компании. Но есть серьезные проблемы – припаркованные во дворах автомобили. Все силы управляющей компании брошены на очистку дворов, соответственно. У жилищной инспекции все эти мероприятия находятся на контроле. Первый адрес мы видели, идеально все убрано, машин нет, управляющая компания с своими обязанностями хорошо справляется. Второй адрес, к сожалению, собственники, которые менее ответственные, оставляют машины на проезжей части, техника не проходит. Государственная жилищная инспекция ведет мониторинг состояния самарских дворов, а также принимает жалобы в тех случаях, когда коммунальщики работают недобросовестно. Однако и сами жильцы должны проявить сознательность, тем более, что за уборку они платят. Олег Зверев, Николай Сидоров, «События».